Барабаншчык-віртуоз, заўзяты флейтыст і ўдзельнік папулярнага шоу спеваков. Свае музычныя здольнасці ў сталіцы прадэманстравалі навучэнцы 19-й музычнай школы мастацтваў. У ёй вучацца дзеці з сур'ёзнымі парушэннямі зроку. Блюзавыя творы на піяніна ў 4 рукі, знакамітыя сімфоніі на флейце, акампанемент на барабанах. Удзельнікі канцэрта паказалі свае вакальныя здольнасці. Это дети, ну, хотели заниматься музыкой. В обычной музыкальной школе, ну, знаете, наверное, трудновато это воспринять было. И вот было решено школа 188 и школа номер 19. Такой филиал создан. У нас есть и иностранные партнеры, например, наши дети ежегодно оздоравливаются в Италии. Детки приходят очень разные. Как правило, тотально незрячие дети, они очень тонко чувствуют музыку, эмоционально откликаются на нее. Ежегодно наши дети участвуют в городских, республиканских, международных конкурсах. Самое значимое для нас, например, в этом году – это международный конкурс скрыжования, международный конкурс стар-шоу, республиканский конкурс сотворения чуда. И на всех этих конкурсах наши дети занимали призовые места. Причем это конкурсы не для дзяцей з ограніченымі возможнасцямі. У канцэрце прынялі ўдзел і настаўнікі школы. Напрыканцы мерапрыемства маленькія артысты атрымалі памятныя падарункі ад гасцей.